Смотрите сегодня. Старт сезона, а волнуемся как в плей-офф. После победы над Уфой в первом матче чемпионата в раздевалке «Авангарда» и около нее царило радостное возбуждение. После поражения от «Магнитки» эмоции были другими. Необыкновенные приключения Максима Казакова. На прошлой неделе он был заявлен за «Авангард», а на этой уже сыграл и забил за «Кузню». Почему молодые ястребы срываются с мест и кочуют? Нападающий Илья Михеев крупным планом. Смотрите, какой вымахал. Этим летом Илья добавил 2 сантиметра в росте и 8 килограммов в мышечной массе и говорит, что пока не возмужал, еще мужает. Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Андрей Блохин, и вы смотрите «Овертайм». Овер – это сверх чего-либо. Это больше, чем обычно. Это что-то особенное для знатоков. Те, кто хочет знать больше о хоккее, смотрят программу «Овертайм». Ведь если ты в курсе деталей, нюансов и тонкостей, ты, как правило, всегда побеждаешь. И в игре, и в жизни. Двадцатилетний нападающий Кирилл Семенов – один из тех, о ком полгода назад много говорили, а сейчас больше спрашивают. Где Кирилл? Что с ним? Напомню, ярко проявивший себя в прошлом плей-офф Семенов не явился в расположение «Авангарда» после отпуска и не прошел с командой ни одного сбора. По настоянию своего агента Мухачева Кирилл отправился в Северную Америку, в тренировочный лагерь одного из клубов НХЛ. Поездка за океан окончилась неудачей. На днях Семенов вернулся домой и провел переговоры с омским клубом о своей дальнейшей судьбе. Кириллу и его агенту был предложен следующий вариант – командировка в высшую лигу фарм-клуб «Авангарда» Сырарку из Караганды. Цель – набор формы. Семенов и его агент согласились с предложением. Сырарку по условиям соглашения «Авангард» имеет право посылать по ходу сезона до 10 игроков. Сейчас там находится уже 8 хоккеистов системы омского клуба. Это вратарь Резвик, защитники Мажуга, Рогов, Васильев, Арефьев, нападающие Махановский, Пьянов и Семенов. Четверка фаворитов на хоккейном Востоке – это Казань, Магнитка, Омск и Уфа. Сибирь, пожалуй, не будем брать во внимание. Именно эти четыре команды разыграют, на наш взгляд, первенство в конференции. И в первых двух турах чемпионата на Востоке три из четырех участников большого квартета выяснили свои отношения в Омске. Сначала «Авангард» принял «Салават», потом «Магнитку». Пунктирно и по-деловому о том, как играли, и более подробно о том, что потом говорили. Все-таки мы «Овертайм». Мы делаем акцент на том, что бывает после основного хоккейного зрелища. Лучшего омского летнего снайпера Николая Лемтюкова с самого начала игры с «Салаватом» держали крепко, вот так, двумя руками. Ни шайбу тебе получить, не раскатиться. Выключили 13-го из игры. Скандирование переполненной арены «Авангард, Авангард» все же однажды вдохновили героя предсезонки на сольный рискованный номер. Но лучше бы он этого не делал. Здесь вам не тут. В сезоне играет жестко, плотно, внимательно. И попытка обыгрыша в своей зоне приводит вот к такому плачевному результату. Обрез, и твой голкипер, понурив голову, выгребает шайбу из сетки. 0-1. Хлыстов. С передачи Прохоркина. На трибунах загрустили и обычные болельщики, и жены омских легионеров. Вот за красными перилами справа налево. Супруга шведского защитника Анилева, беленькая, и вторые половины чехов, нападающего Соботки и вратаря Фурха. Перешугин получил 2 минуты, на мой взгляд, ни за что. Вот смотрите момент, оппонент сам подскользнулся и упал. А вот повтор с другого ракурса. Так что попытка атаковать омского 37-го всем салаватом – это скорее проявление командного духа, не более того. Игру перевернули 2 реализованных большинства во втором периоде. Вот первое и первый омский гол в сезоне. Тройка широко в зубов Паршин. Сегодня в «Авангарде» как реинкарнация легендарного звена начала нулевых. Затонский, Прокопьев, Сушинский. Очень похожи. Такие же легкие, воздушные и беспощадные. Порхать как бабочка и жалить как пчела. Широков 1-1. Через минуту. Пережугин находит Анилева. Швед выводит «Авангард» вперед в счете. А его жена вместе с подругами и со всей ареной вот так празднует первый официальный гол суженого в России.
34-я минута матча. Не надо злить Пережогина. Вслед за голевой передачей Александр записывает себе в актив еще и гол, причем сотворенный исключительно индивидуальными усилиями. Блокировал бросок защитника, убежал, переиграл вратаря. 3-1. Салават одну шайбу отыграл в третьем периоде в формате 5-3. А вот когда играли 5-4, Сапотка убежал в отрыв и отдал точно на Попова. 4-2. Два ударных омских звена сделали результат в первом матче сезона. После поражения в Омске вся команда «Салават» была немой. А в омской раздевалке и около нее царило радостное оживление. 2 года «Авангард» не выигрывал первый матч сезона. Вот, наконец, эта традиция сломана. Насколько сильно вы сегодня волновались? Были ли моменты, когда вам было тревожно за игру, за результат? Ну, я говорю честно, первые 10 минут мне было тревожно. Я немножечко не узнавал нашу команду. Но после 12 минуты я понял, что мы обязательно выиграем. Ваша личный топ-3 сегодня, вот 3 человека, которые, на ваш взгляд, президента, сделали результат? Ой, вы знаете, я сегодня доволен всей командой. И тренерами, и всей командой. Мне трудно это выделить. Я сегодня немножко счастливый человек. Вместо счастливого президента Шалаева топ-3 лучших омских игроков матча с «Салаватом» назовем мы. Итак, номер 1. Автор заброшенной шайбы Сергей Широков. Первый гол. Да. Ощущение от первого гола. Здорово разыграли комбинацию. Вовремя открылись друг под друга, дали пас, бросил, забил. Так что только все начало. Будем стараться продолжать так же. В третьем немножко подломалась игра. Неважно, начали, много удалений было. Но ничего, выстрелили, забили в меньшинстве. Очень важно гол. Заслуженно победили. Всех с победой. Номер 2 из нашего топа. Герой прошлого выпуска программы «Овертайм» – незаметный разрушитель Александр Черников. Эмоций было много в начале, то есть даже перехлёстывали, наверное, но потом справились и нормально сыграли, в принципе. Главное, победа была, нужно было начать с нее. Ну, конечно, еще нужно время, чтобы полностью втянуться в этот игровой ритм. Сейчас матчи пойдут через день, будет не так просто уже, поэтому нужно еще какое-то время, чтобы полностью набрать нужные кондиции. Номер 3. Капитан команды Денис Куляш. Болельщики очень опасались того, что Емелин, главный тренер «Салавата», все знают, что он умеет строить игру от обороны еще со времен «Лады». Вот на что обращал внимание наш главный тренер для того, чтобы вот эту емелинскую манеру перебить? Ну, была установка на игру, что они все-таки будут в агрессивный хоккей играть. Вот. Но команда у них молодая, хорошая, задорная. Забили первый гол хороший. Немножко мы, я говорю, первый период мы проспали, вот, но все-таки... Я, наверное, больше похвалю команду «Салават», вот, но сегодня мы были сильнее. У «Магнитки» много своих молодых в составе. Это сегодняшняя концепция развития клуба. Но в основном все эти «Береглазовы» и «Косовы» сосредоточены в третьем и четвертом звеньях. А результат по-прежнему делают первые два. За 3 матча на предсезонке между Омском и Магнитогорском тренер Кинен многое сумел понять в омской игре, в частности, в игре Фурха. Чешский голкипер временами нерасторопен в ближнем бою, иногда теряет концентрацию. Этим в первом периоде сталевары 2 раза воспользовались. Второй период. Евгений Корнухов еще со времен молодежки славился как хороший мотиватор и, судя по всему, промотивировал своих подопечных в первом перерыве Евгений Александрович знатно. Как итог, голы Ильи Зубова после рикошета. И Сабонки после прекрасного прохода Попова возвращают «Авангард» в игру. Счет становится равным. В третьем периоде гости выходят вперед, забивая так называемый «мусорный гол». Но и «Авангард» отвечает ударом на удар. Черников в падении попадает клюшкой по шайбе и переводит встречу в овертайм.
Все решается в серии буллитов. Омск не забил ни разу, «Магнитка» свое забила. 3-4. Гости взяли 2 очка, Омску досталось одно. В каждой команде КХЛ есть свои неформальные спикеры. Даже в закрытой от внешнего мира «Магнитке». Это наш омский парень Евгений Тимкин, который иногда, конечно, может поворчать притворно, но никогда не откажет в общении прессе. Каждый год приезжают, тоже спрашивают. И вот этот человек на журналистском сленге говорящий — Данис Зарипов. А ведь 5 лет назад Зарипов категорически отказывался давать интервью, пока программа «Овертайм» после одного из матчей уральского «Самородка» не разговорила. Вот после этого интервью «Овертайму» Зарипов и поверил не только в свой пас и бросок, но и в силу послематчевого анализа. Ну, встретились две абсолютно разные команды. Как в атаке, все многие в этих командах стараются проявить себя, так и защита неплохая, как бы. Ну вот, и, конечно, было ряд ошибок, которые привели к таким, можно сказать, немножечко нелепым голам. Но это хоккей. На что хотели сегодня обратить внимание в игре «Авангарда», ну, учитывая предыдущие игры? Ну, очень хорошая атака у них. Во-первых, большинство грамотно разыгрывают, там видят друг друга хорошо. Ну, вот, акцент был именно на это. Теперь переходим к авангардовским спикерам, тем игрокам, которые никогда не отказываются от общения с журналистами даже после обидных поражений. 4-я игра за месяц. Скажите, пожалуйста, вот почему сегодня не получилось победить еще раз? Ну, наверное, эта игра отличается от предсезона, потому что начался чемпионат, и все, никто не хочет отступать, никто не хочет где-то терять очки, но получилась боевая игра. Мы доказали, что у нас есть характер. Уступает 2-0, мы сравняли счет, потом курьезный гол пропустили, но опять же сравняли. Так что, наверное, нужно поправить какие-то ошибки, которые мы совершили, искать плюсы из этой игры, то, что у нас мы можем добавить, когда нужно, мы можем сравнять счет. И начало сезона, так что будем продолжать тоже в ключе, я думаю, все будет хорошо. Ну вот второй матч подряд, первый период, можно сказать, проваливаете, либо там, ну, играете как-то неуверенно, проигрываете с него. Что нужно? Да, что обращать внимание? Наверное, просто невынужденные ошибки совершили в первом периоде. Пропустили 2 гола, но ничего страшного в этом нет. Никто не опустил рук, мы вышли и начали играть в другой хоккей. Так что будем думать, почему так начинаем, но, наверное, правильно заметили, что так вторую игру подряд пропускаем. Наверное, надо где-то что-то поправить. Решили с полным болью? Ну, так решил. Вратарь переиграл, ничего страшного нет. Прежде всего, хотел спросить по пропущенным голам, вот, особенно в первом периоде. Почему вот второй матч подряд, вот так получается, что уступаем и приходится догонять вратаря? Мастеровитый соперник поймал нас на наших же ошибках. Вот, все. Тогда какие слова были сказаны в перерыве, что вот буквально во втором периоде за 3 минуты будут сравнять? Слова? Да мы придерживались своей тактики, никаких особых слов не было, все и так все понимают. Фактор Кошечкина как-то учитывали, его размер, готовились специально? Да нет, мы прям такого, что специально к нему готовились, нет. Мы с ним играли сколько там на предсезонке, и поэтому он тоже же не железный, тоже где-то может просесть, поэтому побольше бросали, и на размер никто внимания не обращал. Требования к Карнопу уже успели, короче? Успели. В принципе, требования. Ну, в принципе, ничего такого там сверхъестественного нету. Главное — доказывать, работать и с самоотдачей. Поэтому привыкать, в принципе, не к чему было. Ну, колорит суммы нам серьезный, да? Ну, разница, конечно, есть. Это разные стили у тренеров. Я думаю, сезон покажет. Вообще, насколько хорошо, что тренер говорит с вами на одном языке? Все-таки это упрощает как-то работу? Я не знаю, такие вопросы задаете, я сейчас отвечу что-нибудь не то. Не знаю, у всех разные стили, все ищут подход как-то свой к команде, поэтому не знаю, что вам ответить по этому поводу. У всех тренера разные, со всеми нужно свыкнуться. Привыкнуть. Буквально через 20 минут после общения с журналистами Евгений Кулик узнал о трагедии, которая произошла у него в семье. У Кулика умерла мама.
Наши соболезнования и слова поддержки защитнику «Авангарда». Женя, держись. Смотрите далее. В бой идут одни старики, таковы реалии континентальной хоккейной лиги. Всем нужен результат, а не перспектива. Что делать молодым в этой ситуации? Есть несколько вариантов. Нападающий «Авангарда» Илья Михеев. Мой 66-й номер не имеет никакого отношения к легендарному канадцу Марио Лемье. Знаете ли вы, где первоначально должен был располагаться в Омске крытый ледовый дворец спорта? Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Знаете ли вы, где первоначально должен был располагаться в Омске крытый ледовый дворец спорта? В начале 70-х фундамент будущего дворца спорта заложили в Советском районе Омска на пересечении улиц Нефтезаводской и 22 апреля. Но на этом все и закончилось. Строительство заморозили в 1974 году. В бой идут одни старики – это девиз сегодняшней КХЛ. Результат делают ветераны. Молодежь только на подхвате. Посмотрите сами, кто забивал хотя бы за «Авангард» в первых двух матчах сезона. Широкову 29, Анилеву 27, Пережогину 32, Попову 35. Эти люди забили Салавату. 30 лет Черникову, 28, Зубову и Сободке они поразили ворота «Магнитки». А где молодая шпана? Где родившиеся в 90-е? Эти ребята проиграли конкуренцию, причем сделали это летом. Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. 22-летний ястреб Максим Казаков как пример нелегкой судьбы молодого и одаренного в суровых реалиях КХЛ. Летом Казакова привлекли к тренировкам основы «Авангарда». Он прошел первый сбор, сыграл в контрольных матчах в Чехии, а потом был отцеплен и отправлен в Сыроарку фарм-клуб. По ходу турнира в Магнитогорске Казакова экстренно вернули в «Авангард» прямо из Минска, где Сыроарка готовилась к сезону. Максим, провисев в воздухе порядка 8 часов, с самолета попал на игру. Вышел в звене с Паршиным и Зубовым вместо травмированного Широкова и отметился голевой передачей. На представлении омской команды позапрошлую субботу на арене «Омск» Масяня, так шутку по-доброму называют болельщики Казакова, вышел на лед под аплодисменты в авангардовском свитере под номером 64. Максим был официально заявлен за «Авангард». Но уже на следующий день Казаков отправился из Омска в Новокузнецк и уже в свитере «Металлурга» под номером 8 вышел на лед в матче с московским «Динамо» в прошлый четверг. Вышел на левом краю нападения в первом звене и забил уже на 19-й секунде матча. Почему ястреб Казаков стал новокузнецким «Металлургом»? Все просто. По игровым задаткам Казаков – игрок первых двух звеньев. Созидатель, не разрушитель. Но места в первых двух тройках нападения в Омске заняты более опытными и заслуженными людьми. Надо либо садиться в глубокий запас и ждать своего шанса, проще говоря, ждать травмы кого-то из лидеров, либо уходить в команду попроще и рангом пониже. Ему гарантируют место в топ-6 нападающих и игровое время. Если ты сидишь в запасе, твоя трансферная стоимость падает. Если играешь, пусть даже и в кузне, растет. Спросите хотя бы у Кагарлицкого. По тому же пути пошел еще один молодой нападающий из омских ястребов – Егор Яковлев. Он перебрался в «Адмирал» из «Владика» и тоже забил в первом же официальном матче. А вот Рассказов и Фищенко пока сделали другой выбор. Хотя у них ситуация даже пожестче будет. Эти двое могли бы сыграть теоретически и в третьем звене, но реально у них есть шансы только в порядке ротации зацепиться за четвертое. Оба, и Рассказов, и Фищенко – центральные нападающие. Они были вынуждены даже сменить амплуа на крайних и все равно не попадают в заявку в первых двух матчах сезона. А ведь Рассказов – самый яркий молодой омский игрок со времен Егора Аверина, а Фищенко уже в главную команду страны, в сборную, вызывался. Для кого-то желтый – это цвет измены, для хоккеистов – цвет ожидания. Игроки в желтых свитерах на тренировке – это те, кто ждет своей очереди в ротации, своего шанса. Они пока не хотят улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона.
чужое солнце, чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Нападающий Илья Михеев – один из немногих молодых, кто пробился в основу «Авангарда» этим летом, закрепился в ней и играет на постоянной основе. Овертайм поговорил с юным талантом. Михей, он же Миха, он же Илья Михеев. За последние полгода этот 19-летний молодой человек ощутимо вырос и добавил. Причем не только в игровом плане. Подрос сантиметра на 2-3. И добавил в весе. Есть такое? И подрос на 2. Был 186, сейчас 188 где-то так. А весе набрал, не буду врать, 8-9 килограмм. Еще не возмужал, но чуть-чуть иду к этому. Михеев – фанат тренировок. С детей он был известен тем, что старался тренироваться каждую свободную минуту. В этом межсезонье Илья превзошел сам себя. Отпуск после окончания сезона он сам себе определил в 10 дней. Да, 10 дней. Полторы недели. Они прошли и в зал. Да, успеем отдохнуть. Сейчас тот возраст, то, что наоборот, надо стараться. Да, отдохнул, там закончились тренировки там, в мае, потом уже надо все равно набирать форму, потому что когда приходишь, надо быть уже на том уровне, допустим, как и у ветеранов, можно сказать, потому что надо расти. Три хоккеиста в этой межсезонье не пропустили ни одного контрольного матча «Авангарда». Это Анилев, Кулик и Михеев. Наш герой, как принято говорить, не чурался никакой черновой работы. Он всегда был забивалой, импровизатором. А тут пришлось перестраиваться. Не самому играть на хоккейном рояле, а таскать его для других. Вышел, воткнулся в соперника, отработал назад, лег под шайбу, убил время. Допустим, меньшинство. Играешь, все равно выпускают, дают шансы. Играешь в меньшинстве, стараешься... Больше акцент делаешь на оборону. Стараешься не пропустить. И если есть шанс, ну, естественно, и забить, повозить соперника в зоне. В «Авангард» Михеева привел Евгений Карнаухов в позапрошлом сезоне. В самом его конце, когда мы Кубок Надежды выиграли. Потом был шаг назад, сезон, когда Михеев болтался между Омском и Красноярском. И вот сейчас возвращение. Перед Уфой, если честно, я думал, что будет какой-то такой мандраж, что ли. Ну, непривычный, то, что болельщики. Но когда вышел, ничего такого не было. Может быть, и те матчи помогли на предсезонке, но такого мандража не было, допустим, как 2 года назад такого не было. Было намного легче, а болельщики только крыляют. У него пижонский 66-й номер на свитере, как у Марио Лемье. Выбирали все номера, я оказался практически там, ну, последним. И из тех номеров, которые остались, я решил выбрать номер 66, потому что у меня... Мама родилась в 66-м году. А еще история Ильи Михеева – это рассказ о том, как болезненный 7-летний мальчик в свое время сделал безошибочный выбор. Сначала это было, если честно, гимнастика спортивная. Я неделю занимался, заболел. Потом плавание, неделю походил, заболел. Футбол, но футбол, естественно, не помню, там, может быть, попытки совершал, честно, не помню футбол. А потом пришел хоккей в секцию, неделю походил, не заболел, остался. Подробности воскресного матча в Челябинске прямо сейчас вашему вниманию. Напомню, это была первая выездная игра сезона для омской команды. Два быстрых омских гола в первом периоде предопределили исход всего матча. Игра в Челябинске начиналась раньше обычного, в интересах телевидения. Гости проснулись первыми. Трактор еще прогревал свой мотор, а Курьянов уже праздновал успех. Первый гол Антона в сезоне и 150-й в карьере. Курьянова подключили 4-м нападающим звено к Зубову на реализацию большинства, и это приносит плоды. Впервые опцию Курьянова в большинстве 4-м опробовали здесь же, в Челябинске, полмесяца назад на предсезонном турнире. Вот это, опять же, домашняя заготовка с воном вас в пятерку большинства, к Широкову, к Паршину. Это обговаривалось, да, попробовали, ну да, на словах, на макете. Вот, ну попробовали, получилось.
темп не бросил, а Широков навел движуху перед вратарем. 2-0. А всего только половина первого периода прошла. Расстроенный чешский кипер Челябинска-Француз поехал меняться на русского вратаря Демченко. Трактор завелся наконец, зарычал дизельно, отыграл один гол все в том же первом периоде, после этого «Авангард» немного просел по движению и отдал инициативу. Слишком легко начали, два быстрых гола, потом игра перевернулась в другую сторону. Ну, хорошо, что после первого перерыва команда, прежде всего, может быть, не так красиво, но заиграла тот хоккей, который от них требует, и команда работала со второго периода. Игра на сохранение счета принесла плоды. Болельщики скажут спасибо вратарю Костину, проводившему первую игру в сезоне и подтащившему неслабо. А сам Костин говорит спасибо партнерам и внутрикомандной атмосфере. Я вот скажу одно, как я пришел в «Авангард», первую команду, это всегда была отличная атмосфера. Все ребята друга поддерживали, играли друг за друга. Приятно играть в таком коллективе и знаешь, что тебя поддержат ребят. После победы в Челябинске «Авангард» вышел на первое место Восточной конференции. Через неделю мы встретимся снова в нашем телевизионном хоккейном эфире. Летний хоккей закончился, осень началась. Овертайм продолжается.